Не было. Что, опоздал на автобус? Не, автобус сегодня видно на Иване. Я вирішив, що кращий спосіб закінчити сьогодні день це тут. Ти ж пісні, Петро, ти пісні ж поїмся. Ну, ти, мабуть, потягнулося. Потягнуло, так. Пісня о землі. Каждый день я в заботах и живу как во сне, а ты любишь меня просто так, наяву в тишине. Я создал свой искусственный мир, я горжусь, что герой, а ты будешь меня каждый миг вновь своей красотой. Ты меня обнимаешь травой и целуешь водой, а я занят какой-то войной, увлечен сам собой, и я пользуюсь как всегда добротой, искажая, как выгодно мне весь твой облик земной. Покорять, добывать, невзирая на боль, а ты даришь мне трель соловья, чтоб я верил в любовь, но я пользуюсь снова твоей, как всегда добротой, искажая, как выгодно мне весь твой облик земной. Серёжа, когда вам ехать? У нас, в принципе, еще есть время. Куда ехать? Ну, домой. Петя уже в семье. Я уже приехал. Никто никуда не спешит. Ну, мне надо хотя бы тоже, хотя бы съездить. Хотя бы показать уже. Все, ты Петя. Дай попить. Все. Наша, да. Тогда мы записываем. Как хорошо, что солнце есть, дает нам свет, тепло и ясность. В ответ не просит, и есть, ведь это было ужасно. Как хорошо, что солнце идет, и под какие-то проценты, а просто влагу нам дает. Как здорово, что мать-земля течет и не в рассрочку, деревья пресветов поля растет днем и ночью. Нам этот мир достался в дар. Здесь тишь, гармония, порядок, нам бы его расслышать надо.
машинках на пожарных. Туда, где блеск и мишура, и мир природы там не важен. На ценности идет игра, их выставляя на продажу. Творцом дарованную жизнь, на деньги ты зачем меняешь? Ее, пожалуйста, цени. И никогда не проиграешь. Что скажешь, Артур? Автор слов. Автор будет принимать. Пока автор слов и автор, дорогие. Прекрасно. И слова, просто... и музыка. Только честно. Лавровый венок. Автору лавровый венок. Я не могу при всех. Правду тебе решил сказать, да? Ну, попередний я просто. Автор, YouTube, предложение было выставить все это в YouTube. Один автор не против, а второй. Так можно записать себе, сказать, это будет на моем канале, будут эти песни. Я тогда Сергей как раз не против. Повторю вот эту песенку и... Да, понравилось, да, Руслан? Хорошо, что мама привела сюда, да? Да. А кто там портрет? Простить и любить, не умея других понимать, учим мы их по-нашему жить. Нам соседам валить не дано. Жизнь нас с детства учили борьба. Опускаем соседа на дно, превращаясь Бога в раба. Но не век же рабами нам быть и друг друга камнями кидать. О борьбе нам пора позабыть, лед из наших сердец вынимать. Может быть, наигравшись в войну, сможем мы наконец поумнеть, чтобы к миру шагнуть самому и не ждать, чтоб за мир умереть. Так легко на курок нажимать, веря в то, что меняешь ты мир. Может, нужно свой взгляд поменять, все обиды соседу простив. Не век же рабами нам быть и друг друга камнями кидать, о борьбе нам.
забыть, лед из наших сердец вынимать. Может быть, наигравшись в войну, сможем мы наконец поумнеть, чтобы к миру шагнуть самому и всем миром о мире пропеть. Хватит сил, когда ты созреешь для решения изменить тот путь, которым плыл, полагаясь только на течение. И затем, из дома уходя, отпусти все то, что не поднимешь. Вещи любят заслонять нам взгляд, делая подчас нас всех слепыми. Постигая мудрость и азы, мучаясь над поиском причины, мы проходим мимо красоты. А она проста, неповторима. Смысл не в том, чтобы истину узреть, и о том провозгласить свершение. Хватит не того, чтобы смог успеть осознать себя и стать счастливым. Хорошо. Ну еще такие, мне так удобно. Надо набрать. Коротенько. Есть в мире категория людей. Та, что в видении плачет и смеется, и в жизни их почти все удается, и жизнь их проще, ярче и сильнее. Нет, разве такие есть? А? Разве такие есть? Ну да, потому что... Не смотрите, как он это... Наташа? Есть же такая коротенькая. Среди комбинаций и ходов для расчетов мозг свой напрягает. У нас на Фейсбуке есть на Вайбер. У меня на цей телефон Вайбер. Ага, Вайбер. Еще. Всем благодарю. Да, спасибо. Было очень приятно. Еще будем встречаться. Да, замечательно. Всем благодарю. Спасибо, что ты родилась. Да, что родилась.